Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хет-трик». И сегодня я особо хочу поприветствовать болельщиков Нижегородского футбольного клуба «Локомотив». Во втором блоке нашей программы мы подведем итоги выступления железнодорожников в стартовом для них сезоне. Но об этом чуть позже, а начнем традиционно с новостей. И новость номер один – это, конечно же, возвращение в игру баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Горожане в Италии весьма убедительно взяли верх в матче против местного клуба «Авелина». Зоран Лукич преподнес сюрприз уже на первых секундах матча в Италии. В стартовой пятерке на игру в рамках Лиги чемпионов против обладателя второй строчки группы А, команда «Авелина», вышли исключительно российские игроки. И они сразу задали тон этой встречи. Первую четверть Нижний Новгород взял 24-16. Во втором периоде черно-белые устроили ярмарку хайлайтов. Данки и алиуп были на любой вкус. А на табло к большому перерыву горели уже 43-30 в пользу гостей. Нижний сделал упор на дальние броски и не прогадал, а вот самая результативная команда Лиги чемпионов в этой встрече поплыла. Еще в начале третьей четверти горожане убежали в плюс 20, а итоговым результатом стали 92-71 в пользу БКНН. В этом матче Иван Стрибков установил собственный рекорд в Лиге чемпионов и обновил личный рекорд в сезоне. В игре против «Авелина» Иван набрал 29 очков. В чемпионате континентальной хоккейной лиги сейчас перерыв, и на эти мини-каникулы Нижегородская торпеда ушла в хорошем настроении. Команда Дэвида Немировски вышла из пике за счет крупной победы в Минске. Напомню, там автозаводцы обыграли Зубров со счетом 6-3. Ну а потом была не менее убедительная победа уже на льду Нагорного. 8 декабря там бело-синие были сильнее нижнекамского нефтехимика 4-2. Ну и, наконец, домашняя игра с ярославским «Локомотивом». И здесь можно чуть подробнее. Лед тронулся. Так и хочется процитировать классиков. Нижегородская торпеда не обыгрывала ярославский «Локомотив» 6 матчей подряд. И вот вектор этой печальной статистики поменял полярность. В волжском дерби на арене Нагорного в этот раз сильнее были автозаводцы. Команда Дэвида Немировски 4 раза сколыхнула сетку ворот железнодорожников против 2 шайб в их исполнении. В составе белосиних голами отметились Дамир Жафяров, Энди Милли, Роберт Саболич и ударом в пустые ворота за 35 секунд до сирены Эндрю Кейлов. 4-2. Победа «Торпеда» и 6-я строчка Восточной конференции. Теперь на лед автозаводцы вернутся только 17 декабря. В следующий понедельник в Нагорном будем принимать «Магнитку». Интригует, не правда ли? Ну и в продолжении темы хоккея еще хорошие новости с ледовых арен. Молодежная хоккейная команда «Чайка» провела 4-матчевую серию против китайского «Куньлунь Ред Стар» Хэйлунцзян. И в этом противостоянии автозаводцы уступили только в первой встрече, причем в овертайме. В дальнейшем же успех был исключительно на стороне нижегородцев. 2-1, второй матч 3-1, третий и, наконец, разгром в четвертой встрече 6-2. И это, кстати, стал самый крупный счет для «Чайки» в текущем сезоне. Но еще больше голов случилось в Иркутске. Там местный «Байкал Энергия» принимал нижегородский «Старт». Чемпионат России по хоккею с мячом после перерыва для нижегородского «Старта» возобновился в Иркутске. Встречались с соседом по турнирной таблице, местным «Байкалом Энергия». По ходу всего матча команда Алексея Дьякова там выступала в роли догоняющей. Сибиряки открыли счет уже на 2-й минуте. На 17-й паритет восстановил вернувшийся под знамена «Старта» Сергей Почкунов. Потом «Байкал» провел 2 результативные атаки. Отставание сократил Евгений Неронов. Правда, еще до перерыва иркутяне снова убежали в плюс 2 гола. Но за первые 7 минут второго тайма нижегородцы ударами все того же Почкунова и Алексея Киселева сравняли счет 4-4. К сожалению, хозяева льда сумели забрать очки у «Старта». Итог встречи 5-4 в пользу Иркутска. В сербском городе Ниш прошел чемпионат Европы по сёдокан, в котором участвовали 742 спортсмена в составе национальных сборных команд 22 стран. Члены сборной команды России, представительницы Нижегородской области Алла Сергеева и Ирина Адамян завоевали золотую медаль в командных соревнованиях по сёдокан-кумите среди женщин с 21 года в составе команды России. Ну а Алла Сергеева также добилась бронзовой медали в личном сёдокан-кумите. Это поединки в абсолютной категории. Финальный бой получился с командой Швеции, в котором наши спортсменки победили досрочным ударом ногой в голову. Третье место поделили женские команды Литвы и Чешской Республики. Но не столько медали и победы наших спортсменок особо заинтересовали меня в этой новости. Это на словах все просто. Съездили, победили и вернулись домой. Но мало кто знает, через что пришлось пройти Алле Сергеевой, чтобы не только выиграть Европу, просто выйти на татами, просто вернуться в спорт.
Их встречают заслуженными аплодисментами. Алла Сергеева и Ирина Адамян в составе сборной России стали победителями чемпионата Европы по сёткан-карате. В условиях жесточайшей конкуренции, будучи сильно простуженными, девушки сумели взять золото Старого Света. При этом Алла Сергеева вполне могла пополнить копилку еще одной награды высшей пробы. Но в личном зачете она стала только третьей. Говорит, это все та же сильная простуда помешала. Но это все мелочи по сравнению с тем, с чем ей действительно приходится бороться в последнее время. 3 года назад Алла на разминке получила серьезную травму – перелом дужки позвонка. Причем точный диагноз ей смог озвучить только врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов. А до этого наша спортсменка целый год не знала истинной причины сильной боли. Окончательно все стало понятно после вводной реабилитации в столичном спинальном центре. Ну а потом на помощь Алле пришли Владимир Шибалов из Нижегородского врачебно-физкультурного диспансера и врач баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Кузнецов. Мы разработали с вами методику для того, чтобы вернуться в спорт. И вот через год упражнений упорных болевой синдром слегка снизился, стал терпимым и уже замахнулись на соревнования. У меня цикл подготовки строится по тому принципу, что идет подготовка, соревнования, потом перерыв на реабилитацию. Потом снова так же. Подготовка, соревнования, перерыв на реабилитацию. Из этой травмы Алла до сих пор не может в кумите полноценно бить ногами. Возможно, поэтому в личном зачете на Европе и было только 3-е место. Кстати, правила сёткан-карате одинаковы, что в России, что за ее пределами. Только в нашей стране уж очень осторожничают и не дают, как говорится, развернуться по полной. В Россию выиграть намного сложнее было. Ну, я этот Кубок России выигрывала почти чуть ли не по последнему предупреждению. То есть у меня были предупреждения, и как бы каждый бой заканчивался на грани фола. Соответственно, когда выезжаем... Выезжаем за границу, и получается намного проще, гуляю, и все. Приятный момент. На пьедестале почета в Европе вместе стояли тренер и ее воспитанница. Ведь Ирину Адамян тренирует Алла Сергеева. Но окончательно уходить в тренеры Алла не хочет. Говорит, еще немного и сможет полноценно использовать ноги в поединках. А это значит, впереди новые победы. Ну, пока у меня есть жгучее желание выступать и тренироваться, и выигрывать, я хочу свою мечту осуществить. Это на самом деле мотивация. Мотивация для всех остальных. Это показатель, большой показатель, я считаю, что российского народа, ну, женщины российской, которая после серьезной реально травмы вернулась в спорт. Но сила воли, только сила воли и желание продолжать заниматься любимым делом. Кстати, о мечте. Алла Сергеева мечтает стать лучшей спортсменкой мира в своем виде единоборств. И почему-то нет даже сомнений, что у нее это получится. Первый период нашего хитрика на этом предлагаю закончить. Сейчас в нашей программе будет небольшой традиционный тайм-аут, а сразу после него будем говорить о футболе и конкретно о футбольном клубе «Локомотив», причем нашем, нижегородском «Локомотиве». Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся. И снова здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». И, как и обещал, во втором блоке нашей программы будем говорить о футболе, а конкретно о футбольном клубе «Локомотив», нижегородском «Локомотиве». И у нас в гостях директор клуба «Локомотив» Александр Дубровский. Саш, ну, мы с тобой знакомы не первый год, поэтому не будем формальничать. Будем общаться на «ты». И сразу же вопрос, вспоминая начало сезона. Было много разговоров, много амбиций, потому что, по сути, вы... возрождаете «Локомотив», занимаетесь благим делом, но планы были озвучены очень грандиозные. Насколько все получилось или не получилось? Давай итоги сезона подводить. Ну да, планы были интересные. Я думаю, что мы близки к той оценке, что мы их выполнили практически на 90%, я уверен, в выполнении этих планов. Самый главный план, который мы здесь и озвучивали, это в первую очередь узнать о том, насколько востребован этот бренд, насколько востребован этот клуб футбольный, чтобы играть не для себя, не для тебя, ну вот, а именно для болельщиков, чтобы приходили болельщики. Я думаю, с этой задачей мы справились на 100%. Мы одна из самых посещаемых команд
областного чемпионата. Локомотив играл, да, играет в областном чемпионате. И выступал в Кубке России среди команд Третьей лиги. Да. У нас было посещение иногда даже... В гостях даже мы играли с нашими болельщиками, как будто дома. Благодарим их за это. Вот. Ну, по результатам чемпионата заняли 6-е место. Без призов. Здесь, к сожалению, как раз как спортсмены мы маленечко подвели наших болельщиков. Ну, не сильно, но тем не менее хотелось бороться за призовые места. Ну, не сложилось. Но я думаю, что для первого сезона команды, в принципе, это не большое горе, скажем так. Ну, будем надеяться, что исправимся в следующем сезоне или через сезон. Ну, действительно, вот. Главное, чтобы футбол был действительно для болельщиков. И по ходу сезона, как вот я лично наблюдал, все больше и больше действительно людей приходило. И особенно на сортировке, там прям футбольный праздник каждый раз, семьями приходили. Да, у нас на сортировке действительно это... У нас несколько было игр, когда просто аншлаг был на стадионе. Так и начинали сезон мы вообще на северном стадионе. Довольно крупный стадион, большой, да. И у нас и там было там, да, почти под 1000 человек. Органов правопорядка было только половина, наверное. Ну, действительно, что касается болельщиков и востребованности клуба, да, мы убедились в этом, что мы нужны, интересны болельщикам. Это, наверное, самое главное. А интересно, как вот к этой идее возрождения «Локомотива» отнеслись ветераны того «Локомотива», еще «Бормановского»? Ну, у нас есть страница ВКонтакте, где у нас на этой странице есть и Шанталосов, и Кураев, и, ну, я не знаю, ну, там, ну, просто очень много народу, которые играли за «Локомотив», и они готовы по-любому, что называется, зову прийти на игры и помогать нам и в организации тренировочного процесса и всего остального. Очень с большим удовольствием. И приходили, кстати, на игры на День железнодорожника, когда у нас проходила игра с «Дюш» Нижегородской. У нас на стадионе было порядка состава, наверное, основного Нижегородского «Локомотива». Нижегородцев имеется в виду. А если вернуться к спортивной составляющей, к сезону, по ходу сезона Михаил Гарелишвили уехал из «Лока» в высшую лигу Грузии. Ну, с одной стороны, обидно терять такого игрока, а с другой стороны, наверное, приятно, что человек... Ну, понятно, что он до нашего «Локомотива» неплохо играл, но как бы все равно мы своих провожаем питомцев, можно сказать. Ну да, если понимать, что мы играем в областном чемпионате, из областного чемпионата Нижегородской области у нас в этом году два человека стрельнули, один уехал в суперлигу чемпионата Грузии, Михаил, он отыграв полсезона, у нас даже больше, уехал в Самтрадию, сейчас выводит ее с последних мест, скажем так, они уже ушли из зоны вылета. И у нас еще был такой Роман Гонков. Роман Гонков, который попал в состав сборной юношеской, юниорской сборной России на чемпионат Европы по мини-футболу. По футболу 6-на-6. То есть играл, ездил у нас за границу, то есть там выступал в составе сборной России. Ну вот мы говорили о чемпионате области, да, о наших игроках, но не озвучили совершенно Кубок России, в котором мы тоже попробовали свои силы. И ведь, насколько я знаю, в следующую стадию мы не смогли обойти, ну, уже команду, которую сложно обойти. Там, насколько я знаю, экс-игроки ЦСКА даже выступали. Да, там у нас действительно... Ну, во-первых, сильно сомневались, и потом уже даже после того, как мы заявили команду на Кубок России среди команд третьей лиги, много слышали там от специалистов, от коллег, что, ну, ребят, не порветесь на три фронта играть. Ну, мы не пожалели, мы увидели свои силы, увидели наших нижегородских ребят, которые действительно даже, ну, на этом уровне смотрелись очень неплохо. Если немножко усилиться, то можем еще лучше. Действительно, не прошли Тольяттинский «Акрон» уже в четвертьфинале. Ну, это лидер третьей лиги, скажем так, полупрофессиональные, да, команда, ну, профессиональная, в третьей лиге России играет. Ну да, немножко не сложилось, хотя дома очень интересная игра была, да и на выезде интересная игра у нас. Порядка 40 болельщиков приехало на выезд в Тольятти, то есть, ну, я думаю, что это тоже определенный показатель, что мы, опять же, интересны, да. Вот. Как выступили, ну,
Я думаю, удовлетворительно. Ну, неплохо, действительно, потому что я тоже в начале сезона, если честно, тоже думал, ну, куда с шашкой-то на танк бросаться, но, тем не менее, вы приятно удивили, и раз уж вот заговорили, что много фронтов, Локомотив – это ведь не только чемпионат области, да, большой футбол, это еще и футбол 8-8 и мини-футбол. Да, мы создаем, пытаемся создать определенную такую структуру, который, где будет у нас место и для железнодорожников, которые сейчас выступают там, в чемпионате города по мини-футболу, для ребятишек, которые сейчас у нас пришли, благодаря, я уверен, благодаря тому, что мы создаем команду, воссоздаем команду «Локомотив». То есть у нас сейчас на сортировке, наверное, впервые за последние 10-12 лет занимаются порядка 70-80 футболистов. Это только первый год. И я уверен, что это будет развиваться дальше. То есть мы воссоздадим ту школу футбольную, к чему мы и стремимся. В общем-то, и начиналось все это ради того, чтобы оживить спорт и футбол на микрорайоне Сортировочный и в Канавинском районе. Опять же, в начале сезона много разговоров было о реконструкции стадиона. А насколько там все получилось визуально? Реконструкции пока привели, скажем так, сделали такой косметический ремонт на данный момент. Сейчас у нас получено от начальника Горьковской железной дороги задание. Мы ищем инвесторов и ведем уже, вернее, мы их нашли практически, ведем переговоры сейчас. Стадиону быть. Какие сроки? Ну, будем работать, пока не скажем. О спортивных сроках-то, наверное, можно говорить уже. Я имею в виду о планах на следующий сезон. Чего ждать дальше? Каких-то усилений, может быть, повышение лиги? Какие планы? Ну, может быть, на сегодняшний день, может быть, чуть-чуть рано, но, тем не менее, могу и наших болельщиков порадовать. Я уверен в том, что сейчас формируем бюджет на следующий год, на следующий сезон. Основная задача перед нами поставлена, как перед руководством команды, это повышение в лигах. Ну, однозначно заявляемся в чемпионат области. Это, ну, как и каким составом там будет, каким составом будем выступать, это будет ясно чуть позже. Но, тем не менее, ну, как минимум третья лига нам грозит. Вот. А вообще стараемся, сейчас ведем работу, чтобы выступать в профессиональном чемпионате. То есть пытаемся прийти ко второй лиге, начать этот сезон во второй лиге. Ну, при всем уважении, для этого надо будет здорово перелопатить состав команды, как минимум. Ну да, там и состав и команды, и состав, надо создать определенный штаб и в клубе. Над этим работа ведется. Я думаю, если все у нас получится, преподнесем сюрприз. Будут очень много интересных имен и в составе клуба, известных для нижегородцев, известных в России. Ведем переговоры, работаем, но как только, так сразу вы первые, думаю, вам сообщить. Наверное, действительно, чтобы не сглазить, наверное, да, стоит. И я хочу вернуться, на мой взгляд, главной составляющей возрождения «Локомотива». Это именно к детскому футболу. Там насчет кадров, насчет инфраструктуры, там, я так понимаю, вроде как все срослось, да, у вас на сортировке? Да, у нас сейчас занимаются там 4 тренера, хороших тренера, и ищем сейчас еще, то есть будем отправлять наш тренерский коллектив, то есть на обучение, то есть обязательно все будет проходить. Хотим создать действительно хорошую инфраструктуру как детского футбола, так всего футбола на сортировке, ну и вообще в Нижнем Новгороде, да. Ведем переговоры, могу сказать, что по всему городу с общеобразовательными школами, то есть будем создавать филиалы, скажем, по всему городу «Локомотива», детского футбольного, скажем, клуба. На «Локомотиве», да, приглашаем как раз и всех заниматься. Там замечательные тренера, замечательные условия, нормальные условия на данный момент. Ну, мы их обязательно будем улучшать. Вернемся к мини-футболу, потому что сейчас поймал себя на мысли, вспоминая прошлые сезоны и наблюдая турнирное положение в этом сезоне. Ведь можно честно сказать, что «Локомотив» немного похуже стал там выступать. Или конкуренция усилилась? Вообще могу сказать, что мини-футбол, что большой футбол действительно в Нижегородской области очень силен. И именами, и командами, и тренерским составом. То есть, действительно, есть такие команды, вроде, казалось бы, нет суперимен, но там замечательные тренера.
Вчера общались с некоторыми. Вот. Но действительно, футбол очень неплохо развит по качеству в Нижегородской области, также и в мини-футболе. Да, маленько прихрамываем, но, в принципе, если посмотреть прошлые сезоны по мини-футболу, ну, мы всегда начинаем не очень резво, потому что все-таки... Медленно запрягаете. Да, ну, в плей-офф все равно у нас стоит задача попасть, однозначно. И я уверен, что мы ее выполним. Попадем. Ну, просто действительно, иногда многие футболисты у нас играют на два фронта, и в большой, и в мини-футбол, потому что все-таки пока мы не профессионалы, и иногда тяжело перестроиться в начале сезона именно с одного футбола на другой. Но будем работать. Ну и мне, дурачку, объяснить, что за футбол 8 на 8, потому что я афиш не помню такого турнира. 8 на 8 футбол такой у нас... любительский пока, но он уже сейчас вот проводили, мы в этом году участвовали в чемпионате России в Сочи среди любительских команд, но он уже заходит под юрисдикцию, скажем так, в этом году зашел под юрисдикцию РФС, это официальный становится турнир, очень много участвует там команд, очень много известных футболистов, там Алдонин, Коряк, и там, ну, просто очень-очень много известных футболистов, ну, востребован, интересен в первую очередь для игроков. Ну, я могу сказать, что по заявкам в этом чемпионате там было порядка 300 заявок участников команд с России. Ну, не всех приняли в чемпионат, то есть есть определенный рейтинг команд на данный момент. По этому рейтингу наш нижегородский Локомотив попал туда. Локомотив РПМ попал. Выступали. Не совсем удачно, но тем не менее, да, ну, пока прихрамываем, да, но ничего, я думаю, что исправимся. Ясно. А, к сожалению, эфирное время наше заканчивается. А на самом деле, если сейчас сложить, да, мои впечатления в начале сезона, когда заявили о возрождении Локомотива, и о том, что сейчас, опять же, судя по болельщикам, судя по возрождению футбола на сортировке, наверное, у вас все получается, вы на правильном пути. Соответственно, теперь ждем только улучшений, действительно повышения в классе, и будем внимательно следить за успехами Локомотива. Спасибо вам, спасибо болельщикам. Действительно, сезон благодаря болельщикам удался. Ждем всех на трибунах. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, у нас, к сожалению, на этом все. Традиционно в конце программы говорю вам пока-пока. И не забывайте дружить со спортом.